Митинг-концерт, посвященный воссоединению Крыма с Россией, собрал на площади Ленина более 5000 человек. Историческое событие произошло ровно 4 года назад. Именно 18 марта 2014 года по итогам референдума о статусе полуострова президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Крыма в состав Российской Федерации. Крым-то вернулся свой себе домой. И россияне, мы все рады этому и готовы поддерживать Крым, и поддерживаем его. И я думаю, и крымчане-то как рады, что они вернулись домой. Ульяновскую область и Республику Крым связывают тесные взаимоотношения. Между крымским городом Феодосия и Ульяновском заключен договор о побратимстве. Также между нашим регионом и Республикой Крым были подписаны соглашения о социально-экономическом, культурном, инвестиционном, туристическом и образовательном сотрудничестве. Регион неоднократно участвовал в гуманитарных проектах, связанных с оказанием помощи соотечественникам. Ульяновцы от всего сердца помогали крымчанам, поскольку считают Крым полноправной частью нашей великой страны. Все это всегда было нашим, соответственно. Хорошо, что вернулась домой. За возвращение своих российских земель. А мы очень рады, что этот сам Крым наш с нами. Я солидарен со всеми гражданами Российской Федерации. Перед собравшимся на площади выступил солист группы «Земляне» Сергей Скачков. Несмотря на нелетную погоду и мороз, он со своей группой приехал в Ульяновск из самарского аэропорта Курумыч, куда смог приземлиться самолет, и подарил незабываемый концерт, спев все легендарные хиты. А мы летим орбитами, путями неизбитыми, прошит метеоритами простор. В финале концерта на сцену вместе с артистами вышел губернатор Сергей Морозов. Глава региона поздравил всех собравшихся со знаменательным днем. Сегодня нам не стыдно, как живет Крым, как живет Севастополь. Там работают наши рабочие с Ульяновской области, которые так же, как и президентский мост «Красавец», который они построили, строят Керченский мост. И я хочу в вашем присутствии, чтобы они услышали под ваши одобрительные возгласы поблагодарить их, что они строят лучший мост в мире. Бесплатный билет на концерт можно было получить у волонтеров проекта «Комфортная городская среда» при голосовании за проект благоустройства общественных пространств. Среди участников мероприятия был разыгран УАЗ «Патриот». Итоги были озвучены сразу после концерта. Честь вытащить заветный купон выпала Сергею Скачкову. Он назвал имя счастливчика, обладателя нового УАЗ «Патриот». Им стал водитель Ульяновского энергохолдинга Дмитрий Сидякин. Ну да, мы ходили голосовать всей семьей. Я, жена, ребенок, заполнили купон. И вот выиграл автомобиль. Дмитрий сразу отправился за руль своего нового автомобиля. Приз пришелся ему по душе. Ирина Антонова, Руслан Баталов, новости Ульяновской правды.